Henry, there are some things you can't prevent. So just stay in your tower, okay? Stay in there and watch. Всем большой привет, с вами Ангелина, Хэнк и Генри. И вот такой вот дружной компанией мы с вами продолжаем играть в пожарный дозор. И да, в предыдущей серии, в конце предыдущей серии, если у меня все получилось, то я должна была прикрепить вам содержание... Хэнк, спокойно. Хэнку стало плохо. Хэнку неожиданно стало плохо. О боже мой. В общем-то, в конце предыдущей серии я должна была прикрепить вам содержание записки от наших девчонок. И, согласитесь, это было немного странно и пугающе. То есть, насколько я поняла, то у нас с вами в лесу орудует кто-то, кто, в общем-то, нарушает не только наше спокойствие, но еще и спокойствие, например, вот наших девчонок. Да. Но у нас тут с вами разбито окно. И если я не ошибаюсь, то у нас с вами задание, да. Это, кстати, очень удобно. При выборе карты мы с вами видим, какое задание у нас имеется сейчас. А именно найти внизу доски для ремонта окна. Хорошо? Хорошо, я думаю, что мы с этим справимся. Сейчас попробуем найти, посмотреть. Вот. Да, и что-то у меня одет такое сегодня красивое что-то, или это мне кажется, или это он всегда так был одет, не знаю. Мне так на секундочку показалось, что у него какой-то сегодня новый прикид. Так, где нам доски-то искать? Взять еще пару досок. Ну, слушайте, вроде это не такое сложное задание. Еще вот. Еще пару досок, да? Еще надо. Ну хорошо, бетонный блок. Бросить, осмотреть. Не, давай не будем брать. Нам нужна только доска. Заделать разбитое окно. А, это все? Слушайте. Хорошо, хорошо, хорошечное задание, мне нравится. Давайте сейчас, в общем-то, отремонтируем нашу хижину, потому что... Не очень комфортно с разбитым окном. Все-таки прохладно по ночам, может быть. И по утрам, собственно, тоже. Так, вот оно наше разбитое окно. Давайте мы его отремонтируем, что ли? Да, заделать. Вот так вот. Тык-тык, тык-тык. Все так быстро, все так замечательно. Вот так вот. Вот такими ловкими... движениями наш Генри ремонтирует себе окно. Молодец, молодец, хозяйственный мужчина. Ага. So, what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for two days straight. Вот именно. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task, and I'll give it to you. Готов к работе. Ну, окей, я готов. Okay, I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. Конечно. На самом деле... ну давай, конечно. Of course. We've issued you a comfy chair to sit in and everything. О, you know, спасибо. It's not really that comfy. It's wooden and there's no padding. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. Ой. Aww. Неприятно. Well, take a seat. The forest depends on you. Да? Вы уверены? Опа! Уже? Серьезно? Уже день 9? Это было быстро. Слушайте, видимо, у нас не все так просто. Опа, ничего себе. Это где это ты кушаешь? Having a nice afternoon? Да, отлично. Not too bad. You get used to it out here. That's nice. Look, I called with bad news. Two young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then...
probably the last person to have seen him. Ну, это понятно. You should tell whoever that I'm happy to be questioned. Look, it's not gonna be an issue. I mean, if they turn up dead, then maybe. Прекрасно. Should I just not say anything and save us the trouble? Да. Не, наверное, стоит сказать. I think it's worth mentioning something. Yeah. I'll keep it vague. I really don't want to talk to the cops. Ну, кому хочется. Me neither. All right, Henry, thanks. Enjoy the sunset. Да, прекрасно. Теперь мы точно насладимся закатом. Опа, ничего себе. Слушайте, как быстро дни-то полетели. Я думала, что у нас будет один день, одна серия, а тут уже, смотрите-ка, мы уже переживаем аж день 15-й. Интересно, сколько вообще дней Henry? В этой игре? Henry, wake up. Да, да. Что? Что такое? Ну что, опять окно разбито? Так, рация, рация, господи, где? What do you want? Hey, you big dumb idiot. Чего? Привет, Джулия. Это ты, дурочка? Привет, Джулия. Hi, Jules. Oh, you sound tired. I am. Are you having a nice time? Стоп, погодите. Здесь хорошо, у меня все хорошо у тебя. Sure. Погодите, это Джулия? Я что-то думал, что это Делайла. Джулс? What? Oh, sorry, Henry. Yeah, I'm good. Well, that's good. Well, I'll let you get back to sleep then. Oh my god. Okay, Джулс. Delilah seems nice. Sure. Bye, baby. Обалдеть. Обалдеть. Слушайте, я не ожидала. Я думала, это нас Делайла разбудила. Я что-то не сообразила, стормозила. Обалдеть. Мы можем, то есть, с Джулией связь поддерживать. Слушайте, это интересно, конечно. Но я рада слышать, что у нее все хорошо, хотя голос у нее такой себе. Is it too much of a pain in the ass to bring supplies all the way up to our towers? Well, I get my stuff hand delivered. Oh, how's that work? Слушайте. You're out hiking in 90 degree heat. Это же то самое место, где мы были с вами в предыдущей серии, помните? Anyway, when you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and I don't want to have to call in for more. Окей. There should be loads of good stuff though. Beans, prunes, jerky. You know my sister eats 6 prunes a day. 6. She's like really precise about it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. Слушайте, это же те самые припасы, которые помните, ящик с припасами мы с вами открывали. Like, 2 weeks ago, там еще ничего не было. In the middle of the night. You were sleeping. Guess, and all I heard was the name Jules through the mumbles. Oh my god. I thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a nice conversation and I'd just be spoiling it. Так это все-таки была не Джулия. Ёлки-палки, я не должен здесь находиться. Да, все в порядке. Не знаю. Good. I'm glad. So, a couple of months before I took this job, I was with this guy, Javier. He's incredible, caring, sexy as hell. He was a driller down in Casper. We dated for almost 5 years. I was working with the Wyoming Outdoor Leadership School, and I was obsessed with it. I wanted to be an instructor so badly. And I was sure I was going to marry Javier as soon as I could be bothered. Waltz was also a good excuse to get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. Then, Javier's brother got killed working in Gillette, and for some reason, I didn't come home. Javier
Javier said it was fine. He'd go to the funeral, take care of his mom, stuff like that. It'd be easier solo. When he came back, he left me. I came out here, I lied and told my sister he fucked our neighbor. So, I lied to you. I came out here with a broken heart just like you. I figured you've told me so much about you, so, you know, there's something about me. We both fucked up. Ну, спасибо, что доверилась, как бы. Интересно. Но я так и думала, что у Делайлы тоже не все так гладко. Слушайте, я надеюсь, что мы вообще туда идем. Хотя, вполне возможно, что нет. Ой. Так это все-таки была не Джулия, это все-таки была Делайла. Значит, я правильно поняла. Я уже думала, что это у меня шарики за ролики. Это все-таки. Это значит, Генри просто как бы приснилось или что. Ой-ой-ой. Грустно. Это все очень грустно, конечно. Да. По-моему. Да, по-моему, это куда-то туда. Если не ошибаюсь, я помню это бревно. А, вот здесь вот у нас рюкзак висел с веревкой, а там сейчас должен быть указатель. Вот это тот самый указатель, который я хотела найти. Да, вот, вот они. А, да-да-да, припасы региона Торрефер, да. То, что нам и нужно, отлично. Значит, я еще не совсем сбрендила, еще помню более-менее, что куда. Так, отлично. Ну да, 18 метров. Это где-то здесь, по-моему, да? Да. Вот он наш ящик. Нам уже даже его открывать не надо. О, еда для вышки. Две тропы. Кстати, еда для другой вышки. Мы можем забрать вообще всю еду. Но нет, конечно же. А, закончить день. О, закончить день можно сразу. Ящик с припасами, а что, можем сообщить о нем? Я нашел припасы, сообщите о добытых припасах. Я нашел припасы. Oh, good. Enjoy. Спасибо. Так, давай закроем. И, ну да, сообщите о добытых припасах. All right. I got everything I need out of here. Time to chow down. Just yours, right? Who do you think I am? О, ничего себе, как мы с вами скукнули. Сразу в день 64. Слушайте, так это уже много времени прошло. Мы с вами были в мае месяце. Я не знаю, правда, в каких числах. Вот, по-моему, в начале мая. А тут уже день 64. Это у нас июль, как минимум. Может быть, и того позже. Интересно, конечно. I'm gonna call in. They'll send in a hotshot crew for some suppression, but I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And she doesn't have a name yet. I usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them. But why don't you do the honors? Большой пожар, пожар Кренделя, пожар Делайла. So, давай no пожар. Ideas, huh? Пожар Кренделя. Flapjack fire. Can you sell that as a name? You really like that, huh? Yeah, I said I did. It's funny. Fair enough. Flapjack fire it is. They'll probably ask me if it was a camp cooking accident or something. Прекрасно. Пожар Кренделя. So there's this creek down the hill, and you know what my favorite thing to do is? Что? What's that? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then, on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. Не сомневаюсь. I'm sure I would. Sounds pretty great. It is. Are you looking at the fire? Yeah, no. I am. I love how they look at night. During the day it's just smoke, but when the sun is down, you can just get lost. Ага. Yeah.
Ну да. Пожар Крейзера. Я тоже. Me too. Good. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. I know it's probably been a while since you've connected with someone the way we have. I don't mean to get all heavy, but... Ого. It's been really nice. Ничего себе заявление. I wish I was over there. Я не знаю. It'd be nice to be near somebody. We could talk about these radios. We could, you know. Что мы могли бы? What could we do? Well, let me tell you. Ну, знаете, я ожидала чего-то подобного, если честно. Что начнется какая-то романтическая связь с Делайлой. Ну, я предполагала. It's one fish, and I'm sick of all the stuff I got to eat. I won't tell anyone you're a poacher. Спасибо. That reminds me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east, and, you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Проблемный медведь? Ну, конечно. Sure, no problem. Remember me fondly. You are such a drama queen. Can't believe I'm gonna leave this planet as a pile of bear shit. Thank you, Henry. О. Yeah. Мы уже Хенри. Мы уже не Хэнк, ребята. Мы уже Хенри. Это прогресс, я считаю. Да, в общем-то, было понятно, что у нас может что-то такое начаться. А чё игра так себя странно ведёт? Это, или это из-за того, что мы с удочкой идём? А ты можешь бегать с удочкой? Ну, более-менее, да? Так, нам нужно озеро. А, так, а карты у нас нету, кстати. Слушайте, ну так стремительно дни пошли. Это очень интересно, конечно. То есть уже реально прошло очень много времени. И да, я не знаю, где озеро. Карту я открыть не могу. Удочка бросить, осмотреть. Убрать. А, можно убрать? Господи. Ой. Так, у берега озера. А где ты? А, вот это вот. Наверное, нам сюда, да? Знаете, было бы здорово, если бы, как в некоторых играх, можно было бы на карте ставить какие-то пометочки. То есть, грубо говоря, отмечать место, до которого нам нужно добраться. И при приближении к этому месту игра бы давала нам это как-то знать. Вот. Но, с другой стороны, конечно... Это не совсем реалистично, возможно. В жизни такого не бывает. Все мы должны находить сами опытным путем. Ну, в общем-то. Давай тогда уберем карту и подбежим. Вот, я думаю, что. Я надеюсь, что я справлюсь с поиском этого озера. Это не должно быть сильно сложно. Да. Ну, в общем-то, прикольно. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу того, что нам сейчас сказала Делайла. Явно она прониклась к Генри какими-то чувствами. Что насчет Генри нашего, то я не знаю. Учитывая то, что он явно очень скучал по Джулии, по крайней мере, это было на какой-то там день, 30 какой-то. То есть он даже не мог разобрать точно, с кем говорит. Говорил с Делайлой, думал, что с Джулией, ну, в общем-то, да. То я даже не знаю, что насчет нашего Генри, если честно. Так, знак тропы. Все это очень, конечно, любопытно. Знак тропы. Ну, хорошо. Хорошо. Ой, а что это такое? Планшет. Someone left their clipboard out here. Huh. It could have been one of the Fish and Game folks. See if there's a name or a credential or something. I can call it in. Um.
Так, и what? Что? It's... Holy shit. Что такое? What's going on? You didn't actually find a bear, did you? Someone has written down what we said to each other, have been saying. Ой. That doesn't make any sense. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Oh my god. Something's out here. Изучить странное. I'm worried. Изучить странный шум. I mean, they can be fun, but also, you know, devastating. А где ущелье? Let me know, okay, Buckaroo? Okay, okay. Oh god. I don't know why I just called you that. А где ущелье-то? Где ущелье, ребята? Изучить странный шум. Слушайте, вот это страшно. Кто-то нас прослушивает, ребята. Это нехорошо. Это нехорошо. Мне кажется, я что-то вижу. Рация. I found a walkie-talkie out here too. Okay. It's going shit house. We'll get it if you haven't already, and then we'll figure out whose it is. We'll do. Ой. Ё-моё. Ребят, я испугалась. Are you there? What happened, Henry? Мы получили по голове. I got hit in the head. Punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? Мне интересно самой. Let me get this straight. You found a clipboard with what? Transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with a radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. It's where you saw that damn fence. It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll start hiking that way now. God damn it, my head. И куда ты пошел, мне интересно? Are you sure you saw what you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. Да я вообще никого не трогал. Я знаю, что я видел. С чего мне придумывать? Нас слушают. Нас слушают. There are people listening to our conversations. The person or these people were hiding in the bushes down here. What the fuck, Dee? I don't know, Henry. This sounds crazy. Yeah, and you're not the one who just saw our words on a clipboard out in the middle of nowhere. Those words were from 2 weeks ago. I know they were. So what's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Our entire relationship, friendship, our whole summer. Дружба. Someone is out Или here with the walkie-talkie taking notes and talking to God knows who. Что происходит за этим забором? Нам нужно уйти. Ну ладно, я разберусь. I'll hike out there and get some answers. Great. Just keep a clear head. Don't, you know, do anything crazy. Like taking a job in the middle of nowhere with literally no escape from whatever or whoever is out there? Well, I meant, like, kill anybody. You got it, boss. Он называет её Ди, кстати, заметили? Не Делайла, а Ди. Это тоже такой... значок небольшой. Текс. Мы с вами должны... Куда мы с вами должны пойти? Исследовать лук Вапити. Можно мне его показать? А, о, спасибо. Вапити Стейшн. Да, это куда-то туда. Сейчас... Ой, извините. Извините. Ну, в общем-то, это странно, ребята. Как минимум, это странно. Слушайте, это очень странно. Кому вообще пришло в голову и зачем слушать наши разговоры, записывать их? Я бы
Я бы предположила, что это как-то связано с Джулией. Кстати, а может быть, Генри-то и не показалось? Может быть, действительно это была Джулия? Ведь помните, она сказала нам, что... Ха, типа, Делайла милая. И он такой, да, я знаю. Слушайте, мне пришла такая в голову безумная идея, может быть... Ну, хотя каким образом это может быть Джулия, если она в Австралии? Честно, я не знаю, я просто без понятия. Но может ли такое быть, что Джулия как раз-таки слышит наши разговоры с Делайлой и что-то там себе думает? I'm hiking through the canyon. Which way is my best bet for getting to Wapiti Meadow? It looks like you can find a trail on the north shore of Jonesy Lake, towards the west. Thanks, Dee. О, Ди. Не, ну то, что эти двое сблизились, это понятно. Конечно, Делайла сказала, что ха, наша дружба, все наше лето, но не знаю. Такие немножко, по-моему, двусмысленные были у них разговоры. Ох-ох-ох-ох-ох, Генри, ты попал, ты попал. Ты попал, по-моему. Hey, I called around. Things seem normal with everyone else. Да понятно, что это касается только нас. Has anything strange been happening on your end? No, nothing really. Nothing really or nothing? Nothing. My door was open the other night, but that's not strange. That doesn't sound like nothing. It's nothing, I promise. Keep your radio close to you. О моей рации. Моя рация? Hey, what you just said, keep my radio close to me. Yeah? Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground. Kind of like the one I use. And? Она была другая. Think that maybe someone was, you know, I don't know. What? Я тоже не понимаю. Перехватывает нашу частоту? Maybe intercepting our frequency with other radios or something. Henry. It's just a thought. I don't even know how you would do that. Yeah, well, you sound worried. No, ну, ты не знаешь, кто-то okay, может знать, let's как not это spin сделать. Out of control. Just keep hiking. Whatever you say, boss. Psst. Ну, если да ладно, не знаю, как это делать, то не значит, что другие не знают. Я так не ожидала вот этого вот... Нет, я, конечно, когда нашел рацию, я думала, ну, сейчас какой-то подвох будет. Но это было все равно неожиданно. Ожидаемо-неожиданно, так сказать. Вот, кстати, немножко нелогично, знаете, что... То, что Генри у нас раз и такой, все, я пошел искать ответы. Хотя, по сути... По сути, как он найдет ответы, если он фактически у него ничего с собой нету. И мы идем на человека, который только что огрел его по голове. Вот. И я такие геройства не очень люблю. I know we don't know what's going on yet, but I don't have a good feeling. Ну, это ясно. I don't like feeling vulnerable. It's not like you can just call the police. I was thinking about the good ones. It just struck me that if anything weird like this happened to them, happened to Brian, just how scared he would have been. Отец мог защитить его, может, ему даже нравилось. Не знаю. He had his dad to protect him. Ned, right? Yeah. You don't think he could? No, you're probably right. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. You're right. Ну, вы, ребята, сейчас сами себя успокаиваете, конечно. Whoa, Delilah, the trail I hiked in on, it's gone. What is this, the Twilight Zone? It's starting to feel like it. Well, look, don't freak, okay? This happens. At the end of the summer, we just fly you out. Or, you know, if there's an emergency. I'm sensing an emergency. I can't call and ask for a $15,000 helicopter ride because there might be someone out here
harassing us. Well, let me know when you can, okay? Okay, Henry. Так, мне кажется, я нашла, куда надо идти. Это еще не точно, но... Или нет. Или не нашла. А... Тут у нас что? Нам вот туда куда-то надо. Ну-ка, положи, подожди. Здесь мы никак не соберемся. Тут есть крепление. Крепление. Можно привязать веревку. Давайте мы с вами так и сделаем. Будем спускаться? Я не знаю, ладно. Давайте пробуем спуститься. Если что, поднимемся потом обратно. Веревка никуда не денется. Так, покажи мне карту. Мы туда идем вообще или нет? Мне вот интересно. Судя по всему, туда. Если я правильно вижу направление нашей точечки, то, по-моему, мы двигаемся в верном направлении. Угу. Ну да. Определенно. Так. Давайте не будем с тропы. Огороженная зона. Так, положи карту. Я здесь. All right, I'm here. Looks like goddamn Area 51. Maybe they've got aliens. That'd be exciting. Yeah, we'll see about that. Пробраться через забор. Okay, I'm at the fence. I don't see anyone around, but I'm not sure I can get past it. How big is it? Big. It goes off in both directions. Acres. But what the fuck is going on out here? Whatever it is, someone doesn't want anyone to know about it. Sometimes biologists will cordon off a little area to study flora or whatever, but that's only a few square feet usually. That's not what this is. We'll see what you can do to get past it. Мне интересно, почему вот они тут как бы находятся прям целое лето. Ну, конечно, наверное, это не в их компетенции постоянно там наблюдать за всем подряд. Они же, наверное, по лесу не шатаются, они вот просто у себя как бы на вышках и все. Вот, но то есть получается, что они вообще не знают о том, что происходит как бы вне зоны досягаемости их вышек. То есть какие-то заборы кто-то установил. Далайла вообще про это не в курсе. Ну, с другой стороны, оно и понятно. Так, калитка. Ага, интересно. And what are the odds they left the gate unlocked? Pretty low, I'd imagine. Толкнуть. Да мне как-то страшно. Слушай, Генри, ты, конечно, такой смелый у нас. Ладно, давайте... Ну да, естественно. Давайте немножко побуяним. Побуяним. Слушайте, а почему тут нет пароля? Мы бы ввели наш коронный. 1, 2, 3, 4. Отколотый камень. А может быть, мы с камнем будем теперь ходить? Мне кажется, что в той ситуации, в которой мы оказались, это было бы хорошим решением. Кстати, может быть, мы можем сбить камень или еще что-то такое придумать. Вернее, сбить камнем что-то. О, использовать камень. Не могу попасть внутрь. Look, I'm not gonna be able to get into this place. Shit. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in two shakes. No? Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. Река Руби, значит. Ну-ка, покажи. Это... Вот здесь? Не, подождите. Река Руби. Река Руби. Что-то я не вижу. Вы видите здесь реку Руби? А вот. О, ничего себе.
Слушайте, так это нам... Простите. Пилярить? Да. Реки Руби. Ого. Ясно. Ладно. Так, а где это? Мы здесь были вообще? А это... Это где-то возле нашей вышки, что ли? Вот, блинский. Опять что ли возвращаться? Ладно. Ладно. Почапали отсюда. Кстати, у нас тут закрыт ящик. Ничего себе, как это мы его пропустили, интересно. Закрытый ящик. Так, скопировать информацию. Угу. Так, записка. Старый свитер. Четвертое имение. Свитер мы взять не можем, к сожалению. Так, давайте записку возьмем. И прочитаем. Так, Рон. У меня плохие новости из дома. Надеюсь, они меня отпустят отсюда ненадолго. Хотя неизвестно с учетом того, какие сейчас бюджеты. Ты получил мою записку о том, что случилось в Аппете? Шериф не очень доволен, но не знаю. Наверное, я перестарался. Жаль, что тебя там не было. Наверное, тебя задержали дела, Дэйв. Амигос по-испански и профессионалис по-итальянски. Понятно. Что-то случилось в Аппете. Куда мы, собственно, и хотим прорваться. Это интересно. Как пройти к реке Руби? I'm wandering around east of the lake. Which way is Ruby River? It's in the southeast corner of your map. The scout camp where the firefighters were staged should be on your map. It looks like a little triangle with a flat bottom. Yeah, it looks like a tent. How did I never see that before? Ну да, как бы да. Ну так все нормально. Мы же, по-моему, в нормальном направлении двигаемся. Ну, вообще интересно. Мне нравится. Какой-то экшен уже пошел. Ситуация разворачивается. Явно не в нашу сторону. Кстати, смотрите, никто не перерезает наши вот эти канаты пока что. А могли бы. Вполне себе. Но я так полагаю, что конкретно цели нам навредить у них нет. У тех людей, которые это делают. И интересно еще тоже, связан ли с этим как-то человек с фонариком, которого мы видели еще, по-моему, в первой серии. Нет, наверное, это во второй серии уже было. Ну да, вроде как сюда. Опять музычка какая-то тревожная, елки-палки. А вот, река Руби, отлично. Я вижу на указателе реку Руби. Это хорошо. Магическое колесо. Ага, вот куда мы пришли. Ну-ка, это интересно. Положи карту. Wow, there's an old, I think it's called a medicine wheel out here. Yeah, it was made by Crow American Indians hundreds of years ago. There are lots of small ones. Have you ever been to Medicine Wheel Monument over in the Bighorns? I sure haven't. Well, it's worth a 3-hour detour on the way home in August. Neat. I'll keep it in mind. Интересно. Так, покажи карту. Нам надо куда-то. Не, ну классные саундтреки все-таки у этой игры. Хорошие, атмосферные очень. Да, мы с вами пришли к реке. Отлично. Это не может, конечно, не радовать. Но осталось найти лагерь. Так, и там ящик какой-то. Я так полагаю, что он закрытый. Ну, давайте быстренько сходим, проверим. Так. Быстренько. Или мы здесь уже были? Да. Мы здесь уже были. Все понятно. Река Руби, слушайте, это та, что ли, которая вот... Мы здесь были, по-моему, с самого начала. Чуть не в первой или во второй серии мы тут были. Точно. Я даже так и не узнала эту реку. Так. А лагерь-то где искать? I'm at the fire line near Ruby River.
Yeah, normally they wouldn't do that so close to a body of water, but I think they're extra worried about a fire jumping the river and burning up to two forks. Ну да, было бы не очень хорошо. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. Это сюда, я так полагаю. Ну, надеюсь. Покажите. Ну да. Ой, вроде как тут уже мы не должны потеряться. Пруд есть. А вот это что такое? Разбитый снегоход. There's some old snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. Ну да. Так, пруд. Окей. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah, where am I? Pork pond. There used to be a sign up for it, but, well, folks kept stealing it. Потому что называется Свиной пруд? Because it's called Pork Pond. It's a good goddamn name. That sign would look great in a den, or, you know, anywhere. Так, что-то вижу. Что это такое? Лагерь Арапаха. Camp Arapaho. You're there? Yeah, I am. It's been out there since the 50s. I was never really into the idea of scouts. It's something about men organizing boys around their ideals. Never sat right with me. Beware weebelows in large numbers. Beware of anyone in large numbers. Сломанный мост. The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Так. Я не могу пересечь его. Да чё ты, тут всё нормально. Чего ты боишься? Все ж окей, все ж окей. Так. Ну, так полагаю, нам в обход что-то надо там, куда-то. Прыжок с высоты, серьезно. То есть там ты не боялся, а тут тебе нормально. Ну-ка, покажи карту. А, ну да, в принципе, можем сигануть. Ладно, окей, давай. Только не убейся. Ну да, естественно, обратно мы забраться не можем. Ну как бы. Ладно, я уверена, мы найдем какой-нибудь другой путь отсюда. Опа, а что это такое? Тотем. Тотем. Жаль, нельзя у Дулайлы спросить про него. Интересная вещица, скажу я вам. Тотем. Тик. Поврежденное дерево. Ой. Спокойно. Так, мост туда не пускают, слава богу. Хорошо, что мы не сможем с Генри куда-нибудь насмерть свалиться. Было бы обидно. Так, о скаутах. You ever talked to any of the scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. Unless it's Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. Он не был скаутом, да? He wasn't a scout or a weeblow or whatever. I got the sense that boy could barely tie his shoes, let alone a clove hitch. What the hell's a clove hitch? Ah, well, it's a knot that you are probably too old and too stubborn to learn. You use it to make rafts and shelters and stuff like that. Huh. You know how to tie one? Heck no, I'd make a weeblow do it. Понятно. Старое укрытие. I guess these little shelters are where they keep the weeblows. For the past 35 years, yeah. Ясно. Так, найти пожарных в старом лагере скаутов. Ну, мы-то тут находимся, но если честно, пожарных я тут как-то мало наблюдаю. Только не говорите, что с ними что-то случилось. Костер затушить? Где? А,
Да. А, то есть, понятно. Окей, окей. Так. Я пожарных-то так как не видела, так и не вижу. Опа, мы куда-то забрели с вами. Пожарные ушли. Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up. Damn. Служебная записка. Лопатка. I found a little trowel. Maybe I should take it with me. Could use it to pop open beers. Wow, 99% sure that's for burying poop. Да? I am gonna leave it here. А можно все-таки взять? А, понятно. Ну, окей. А бумажку? Ну, тоже не нужно. Ясно. Ну, тогда окей, ладно. Так, а что я еще хотела спросить? Ну-ка, что это? Топор. I found an axe. If one of the crew left it, that thing is actually called a Pulaski. It looks like an axe to me. This thing will be a huge help. For both getting through the backcountry and getting through that fence. А-а-а. Ну, для самообороны тоже. Это почему-то первое, о чем я подумала. В нашей-то ситуации. Так, это тут мне показалось, ничего нет. Записка. Записка. Hey, Dee, they left something behind. It's like a memo from their boss. Did it say anything of note? Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti Station? Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, you know, stop there, let the missus percolate. My mother always said I would need someone to give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about? What are they researching? Ваши разговоры. Очевидно, с меня, рогатых ящериц. You and I aren't very interested. Us. They're researching us. You think they're studying you and me? I do, yeah. I mean, maybe it's about studying two strangers who talk every day. Like, if you put someone in isolation with someone else, what they do. Yeah, that's what I think. Well, fuck that. Agreed. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but... God, if you saw what you said you did... Fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? Well, I've got an axe, so I can figure out a way to get over the ravine and back towards the site. Sounds good. Check in when you can, and keep an eye out for anyone following you. Так, ну, читать, я думаю, бесполезно. Да, в ближайшие несколько дней вас и вашу команду сбросят в регионе Торрефер национального леса Шошони, чтобы провести линию контролируемого выгорания к югу от реки Руби. Я пишу вам по поручению доктора Бена Симмонса со станции Вапити. Он связался с руководителем пожарной службы по поводу волнующих его вопросов охраны дикой природы в районе его исследовательского центра. После вашего возвращения кто-то из его сотрудников поговорит с вами, это необходимо для оценки рисков до дикой природы в этом районе. Я сказал им, что не о чем волноваться, и что линии, которые прокладывает ваша команда, это самая мощная превентивная мера по защите их центра. Несмотря на то, что они будут в полутора километрах оттуда. Но, кажется, им нужно отчитываться страховым компаниям. Спасибо, как и всегда, за вашу помощь. Рич Слюсаренко. Серьезно? А почему такая фамилия странная? Ассистент руководителя пожарной службы. Рич Слюсаренко. Это какая-то помесь, я даже не знаю, разных национальностей, в том числе и славянской, Слюсаренко. Но это точно не какая-то американская фамилия. О боже, нам нужно теперь возвращаться обратно. Это шутка какая-то. Это какая-то шутка. О май гад. Вы серьезно? Дайте мне карту. То есть мы находимся здесь. И нам нужно сюда. Куда там? Вот аж сюда. Опять. Опять нам нужно сюда. Ёлки-палки. Ладно. Ладно. Кстати, смотрите, как наш Генри теперь умеет
Мне кажется, что таким образом мы сократим себе путь намного. Да. Я на самом-то деле вообще абсолютно случайно забрела сюда, если честно. Вот. Но я думаю, таким макаром дело пойдет уже намного быстрее. Ого, ничего себе, смотрите, как там горит все. Ёлки-палки. Это плохо. Да-да. You heard someone in the bushes. Да. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. Я прямо сейчас смотрю. Tell me what you think of this. Did you just cough? Что? Did you just cough? No. Oh, fuck. Oh, fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. Well, what about when I heard you talking to someone else? I just left your line open. That's not what this is. Get in your tower, shut the door. Don't leave, and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. То есть до станции в Апите мы так и не дошли. Интересно. Я, знаете, так вот, как только Делайл начал со мной говорить, я так сразу оглядываться начала, думаю, ёлки-палки, вдруг там сейчас за спиной кто-то стоит, уже готов нам снова огреть нас по голове. Да, интересно. О, нифига себе. Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the, oh, 50th time today. Ага. The Flapjack fire continues to move in a southerly fashion. Плохо. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? Ты можешь помочь уехать отсюда? Чего ты такая веселая? Ты смеешься? А чего ты такая веселая? I didn't sleep a wink last night, and I've been going crazy for the past 6 hours of sunup. How are you so chipper? Well, it's a new day. What a day, this day we've been given. Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? Да. What? По-моему, да. It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Вот это, по-моему. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Вот это, по-моему. Слушайте, это странно. Это странно. Что у нас тут есть? Кружка. Ясно. Слушайте, ну вот этот пожар кренделя, это, конечно... Это, конечно, странно. Так, ребят, но я думаю, что на эту серию на приключения уже более чем хватит, поэтому давайте закругляться. И узнаем в следующей серии... Что у нас тут на этом плакате? Я его рассматривала, но ничего там такого не видела. Но вдруг там что-то поменялось. Да, поэтому, как всегда, мы прощаемся, смотря на нашего Хэнка. Я благодарю вас за просмотр. Спасибо огромное за то время, которое вы мне уделили. И всем до новых встреч. Всем пока.